чё? Где я? А чё? Где я? Я чё, в могиле, что ли? Чё тут, ты? Чё тут? Стоп, чё? Знаешь, что меня убило? Ну, что? Почему я вот? Я летать не могу, ну подожди. Блин, если я бы Бога. Почему я сейчас очнулся в могиле? Папа, это кто? Нет. Только не это. Как? Ну подождите, у меня еще решает вопрос. Как я живой, если я это разбился в той стороне? Не, подождите. Надо проверить вот это. Ну, у меня, конечно, ничего нет. Я же умер. Вот технологично. Прошло 3 месяца спустя это, а как дедушка умудрился вниз. Это напишите в комментариях, как он умер. И где отец одиночка? Нет. Он украл все-таки. Я тебя взял. Он украл. Кто ковер перестелил? Ой. У меня. Кому запах? Не-не-не-не. Он тоже. Видите, я ни хрена не понимаю. Их всех убили? Вот их всех убили? Вы спросите, а где моя собака? Смотрите предыдущие серии. А подождите, правда, а где моя собака? Тут воду. Я новую потом залью. Она хочет новую, а то она уже тут полгода. Так. Я не понимаю. Это... Ай! Ай-яй-яй-яй! А? Это глючик лапы. Какая-то кошка, походу, да. Заглючила. Ну, стоп. У меня почему дедушки нет? Где тетя одиночка? Где мой сын? Ну, не надо пересмотреть. Смотреть предыдущие серии. Где мой этот сын? Он что, летает? В моего могила. Ну где вообще они все? Че, где он делает? Как я оживился? Моя собака, походу, умерла. Да, надо это потом и помикнуть. Ой, могилу. А то она единственная. Кто? Ну, она была меня, она бы тоже бы выжила. Она... А интересно, а почему я это выжила? То есть, кажется, да. Хотя она нет. Дальше. Умудряет как... Я это вылез. Я вот тут. Из этого. Интересно. Я чувствую, что скоро вылезет и этот. Прадедочка. Я может и не вылезет. Я не знаю. Так что не надо загадывать там поэтому. Да не надо.
Я вообще меня никто не видел в последнее время, когда я делась походу. Да. Ой, что я мне ничего не минус. А, если. Вот он. Это просто время вот нужно, да? Дайте одиночку там. Он одна. Интересно, вот это. Так, ну. На земля. Ну, подождите. Вот. Я сделаю следующей серии. Даже сейчас. Давайте сделаем это. Я нарублю дерево. Насильно буду. Только больше не умею летать и другого. Мне делать что-то другое. Если животные умрут, то умрут. И это уже не мои проблемы. Кстати, а как у меня там? А что так мало кур? Что с ними стало? Напишите в комментариях, что дед поубивал. Да походу. Так. 2, 6, 4, 2, 4. Так, ага. Памятник. Собаке ничего не сделаешь. А следующим я напишу ее имя. Всем пока, удачи!